бронза у Евгения Седова. Причем в качестве его тренера тоже выступает многоградный чемпион страны Никита Коновалов. Он представляет Подмосковье. Нил Марков сегодня второй. Кстати, очень неплохой результат. Напомню, в полуфинале было 21-94. Дальше удобное, комфортное попадание в финал на полтиннике батом. И, собственно, финал на полтиннике вольным 21-85. Ну, наверное, только на последних метрах стало понятно, что Климент должен выигрывать. А так Даниил, наверное, себя ни в чем не может упрекнуть. Александр Обедин, его наставник. Поздравляем с серебряной наградой обоих. Напомню, что Даниил Марков действующий чемпион страны в коротких бассейнах. Построение, главное, хорошее. Ну и опять пара Климент Колесников, Дмитрий Лазарев. Третий раз поднимается на высшую ступень пьедестала почета. Третий раз получает награду. И это при условии, что Климент не плыл ни в одной московской эстафете. А так бы уже, наверное, за 6 перевалило. Ну, Климент никуда не торопится. У него и личных номеров впереди достаточно. А завтра, насколько я понимаю, начинается соревнование на 100 метров вольным стилем. Финал в день последний. На 100 метров вольным стилем Климент является бронзовым призером Олимпиады. Но на Олимпиаду ехал первым номером рейтинга. Лучшим результатом сезона в мире. Что он нам приготовил в этом году, пока непонятно. Очень хороший полтинник. Близкий к рекорду мира заплыв на 50 на спине. Неплохой результат на 100 метровке на спине. В общем, ждем 100 вольный.